Всем привет! Хочу рассказать про зарядку для фотоаппарата Canon RP. Во всех фотоаппаратах есть вот такая зарядка для батареи. Сама батарея в этих фотоаппаратах, она маленькая по емкости. У меня до этого был Canon 60D. На одной батарее можно было в домашнем режиме снимать, наверное, неделю. Вот. Этой же батареи хватает, наверное, на такой один день активной съемки, но не профессиональной активной съемки, то есть там туристической, скажем так. Вот. Но плюс этой батареи заключается в том, что заряжается она быстро. То есть с вот этим зарядным она заряжается быстро. Но также в фотоаппарате есть Type-C разъем, который позволяет заряжать. Я об этом прочитал, как только купил фотоаппарат, обрадовался, думаю, класс, можно подключать пауэрбанки. Подключил к обычному 2-амперному зарядному, и ничего, зарядка не началась. Начал искать в сети информацию и нашел, что обычные зарядные они 5-вольтовые, а фотоаппарату, ну тут и правда, ведь вольтаж на батарее 7.5 вольт, ну, то есть нужно выше вольтаж. Тогда я взял более новое зарядное 3 ампера, и здесь уже разный вольтаж, то есть 5, 9 и 12 вольт. Подключил, и ничего, совершенно ничего. Также пробовал подключать Powerbank с Quick Charge. Ничего, не заряжает. Хотя конкретно в сети читаю отзывы на форуме, что заряжается, люди используют Powerbank'и, все должно быть хорошо, у меня нет. Пока не попросил у коллеги на работе подключить к зарядному самсунговскому, и оно начало заряжать. Я перечитал параметры этого зарядного, опять-таки вольтаж до 12 вольт. Думаю, что ж такое. То есть на моем все то же самое. Единственное отличие было, на том зарядном был Type-C разъем, на самом зарядном. Но я пробовал Powerbank с Type-C разъемом, то есть шнур Type-C, к фотоаппарату тоже Type-C, он не заряжает. Ну, я на какое-то время отложил этот вопрос, пока не случилась интересная история. Я взял с собой фотоаппарат и забыл к нему зарядку. И несколько дней мне нечем было заряжать, но также у меня был с собой ноутбук, у которого есть функция, тоже есть разъем Type-C, и он может работать как Powerbank, он может от своей батареи заряжать, ну, смартфон или что вам надо. Я подключил ноутбук, и оказалось, что фотоаппарат заряжается. Тогда я начал более детально искать информацию, что же, как же он заряжается, от чего. Потому что сразу я этого не нашел. Оказывается, есть такая разработка, как Power Delivery. И именно с зарядными, которые поддерживают Power Delivery, заряжается фотоаппарат Canon. Вот. И оказалось, что ноутбук мой тоже поддерживает эту технологию. Я купил вот такое совершенно недорогое зарядное. У него маркировки написанной есть PD маркировки, также есть надпись вот PD3 Power Delivery, PD Charger. Вот. То есть визуально это зарядное по сути по параметрам такое же, как то, что я пробовал ранее. Здесь написано
Ровно то же самое. 5 вольт дает 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. Так же, как на зарядном от Xiaomi. Разница только в разъемах. Также на форуме нашел информацию, что не бывает зарядных с USB-A, которые поддерживают Power Delivery. То есть только должно быть USB-C. Бывают зарядки автомобильные, бывают пауэрбанки. То есть обязательно нужно искать Power Delivery. Вот. Сейчас попробую подключить. Вставляется так, как бы слишком плотно, неприятно плотно вставляется, без щелчка, как будто бы он там не родной. Но зарядная на самом деле дешевая, вот. То есть я подключаю зарядку, и у меня сразу загорается индикатор, все, фотоаппарат будет заряжаться. Все оказалось намного проще. Разница, наверное, в том, что для такой зарядки нужно вынуть батарею и, соответственно, выключить фотоаппарат. А подключая, то есть мы можем подключить фотоаппарат сразу и снимать. Я не уверен, что он будет заряжаться во время съемки, но, скажем, во время любого перерыва вам достаточно выключить. Почему я так говорю? То есть, когда я подключаю фотоаппарат, загорается индикатор. Если я включаю, то есть все, камера включается, индикатор тухнет. Он не показывает зарядки, но в данный момент он у меня полностью заряжен, может, поэтому не показывает. Но я не уверен, что он во включенном режиме берет зарядку по Type-C. Но в любом случае, во время любого перерыва вы можете выключить, и камера будет заряжаться. Заряжается она быстро, наверное, примерно так же, как батарея заряжается штатным зарядным. Где-то, наверное, чуть более часа, и если она была не совсем разряжена, там, процентов на 70-80, то она зарядится. Вот такая информация. Я это все не сразу нашел, у меня заняло некоторое время поиски этой информации. И только вот сейчас я узнал про Power Delivery вообще. Искал в местных магазинах. Далеко не во всех есть зарядки такие. На этом все. Надеюсь, кому-то это будет полезно.